Лучше понимать Бога. Четвертая книга Царств, 14 глава, 17 по 29 стих. «И жил Амасия, сын Иоасов, царь иудейский, по смерти Иоаса, сына Иоахазова, царя Израильского, 15 лет. Прочие дела Амасии записаны в летописи царей иудейских. И составили против него заговор в Иерусалиме, и убежал он в Лахис, и послали за ним в Лахис, и умертвили его там. И привезли его на конях, и погребен он был в Иерусалиме с отцами своими в городе Давидовом. И взял весь народ иудейский Азарию, которому было 16 лет, и воцарили его вместо отца его Амасии. Он обстроил Елав и возвратил его Иуде, после того, как царь почил с отцами своими. В 15-й год Амасии, сына Иоасова, царя иудейского, воцарился Иеровоам, сын Иоасов, царь израильский, в Самарии, и царствовал 41 год. И делал он неугодное в очах Господних, не отступал от всех грехов Иеровоама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех. Он восстановил пределы Израиля от входа в Имав до моря пустыни, по слову Господа, Бога Израилева, которое он изрек через раба своего Иону, сына Амафиина, пророка из Гавхефера. Ибо Господь видел бедствие Израиля, весьма горькое, так что не оставалось ни заключенного, ни оставшегося, и не было помощника у Израиля. И не восхотел Господь искоренить имя израильтян из Поднебесной, и спас их рукою Иеровоама, сына Иоасова. Прочее об Иеровоаме и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, как он воевал и как возвратил Израилю Дамаск и Имав, принадлежавшие Иуде, написано в летописи царей израильских. И почил Иеровоам с отцами своими, с царями израильскими, и воцарился Захария, сын его, вместо его. Размышления, часть первая. Божья верность. Четвертая книга Царств, 14 глава, 17 по 22 стих. Этот отрывок Священного Писания – важное свидетельство Божьей верности. Амасия царствует над Иудеей, но народ недоволен его правлением, и в конце концов царь погибает в результате заговора. Но, как ни странно, вслед за этим иудеи без колебаний коронуют юного сына Амасии Азарию. Они могли бы избрать кого-нибудь из другого рода или колена, но приверженность народа царям из колена Иудина и рода Давида свидетельствует о том, что Бог верен своему обещанию. Династия Давида не прервется. Вторая книга Царств, 7 глава, с 12 по 16 стих. Это обетование окончательно и во всей полноте исполняется в Иисусе Христе. Он тоже был потомком Давида. Подобно Азарии, Иисус восстанавливает и возвращает то, что отнял его враг. Ничего не происходит без Божьего плана и предназначения. Как небо выше земли, так и Божьи пути и мысли – выше наших. Смотрите книгу пророка Исаии, 55 глава, 8-9 стихи. Размышления, часть 2. Божье сострадание. 4 книга Царств, 14 глава, с 23 по 29 стих. Интересно отметить, что хотя Иеровоам II делает неугодное в очах Господа и не отступает от греха, Бог все равно использует его, чтобы исполнить свой замысел и восстановить границы Израиля.
Кто-то на основании этого может сделать вывод, что Бог соглашается с нашими грехами или закрывает на них глаза. Однако, из этого отрывка совершенно ясно, что Бог задействует Иеровоама, несмотря на его грехи, просто потому, что он милосерден. Бог спасает Израиль отнюдь не в награду или в похвалу царю. Это сострадание к Израилю побуждает его исполнить свое обещание. Так и своего сына Бог послал умереть на кресте за наши грехи, не для того, чтобы мы получили разрешение спокойно грешить, а потому что он полон любви и милосердия. Как вы реагируете на Божью любовь? Стремитесь ли вы к святости, преображению в образ Христа и зрелости во Христе, или злоупотребляете его благодатью? Помните, что крест дает нам свободу от греха, а не разрешение грешить. Молитва. Отец Небесный, спасибо, что сначала ты познал меня, и теперь даешь мне возможность познавать тебя. Спасибо, что ты верен и испытываешь ко мне сострадание, даже когда я не заслуживаю ничего, кроме гнева. Пожалуйста, помоги мне возрастать в познании тебя, в молитве и поклонении тебе. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь.